А що це діяка? Ну от, самі думайте, що сюди могло попасти. Точка У. Это вот для сравнения. А когда это был Скорпион? Когда? Вчера, да? Позавчера. Позавчера. А вчера тоже Скорпион, украинский обстрел Фосфорус. Ну, вы все это засняли, в принципе, вы все видели. А почему они так и сделали? Почему обстрел Фосфорус? А это у Порошенко спросите, почему они мирное население обстреливают фосфором? А где Фосфорус попал? На позиции гражданские? И по гражданским позициям, и по нашим позициям, везде. Я имею в виду по гражданскому населению, по нашим позициям. А это вот... Здесь была наша позиция, здесь укрывались наши бойцы. А здесь погиб все? Слава богу, нет. На момент взрыва пацаны копали траншеи, окопы. Это, в принципе, им уберегло жизнь. Они остались живы, так как не находились здесь. А как это быть здесь, после того? После этого, как вы можете быть здесь? Это не очень... А куда мы жесткий. Денемся? Мы ж никуда не денемся отсюда. Блиндаж здесь построим. Руплитами накрыть, вот тебе готовая бомба. Далеко. А? Далеко от позиции. Слишком далеко. Лучше мы там. Построим. Нормально, главное все живы. Вон, все живы. Даже ни одной царапины. Уже плюем, плюем. И крестимся, и плюем. Вон, с нами. Бог на вашей стороне. А почему Бог на вашей стороне, а не на украинской стороне? Мы ж на своей земле. А кто их звал сюда? Мы ж на Львов не идем. Мы у себя дома. И никто их сюда не звал. Вот так. Правильно, Кацан? Мы их женщин не убиваем, как они наших женщин и дочерей убивают. Будем стоять здесь, еще и туда пойдем. Ладно, поехали.